Привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас большая распаковка из детского мира. На днях мы там очень основательно закупились. Во-первых, кое-какие вещи нам уже стали малы, нужно было срочно их заменить. А во-вторых, я почувствовала уже острую необходимость в вещах немного другого плана. Не только слипики, бодики и все такое малышковое, но и кое-что другое. Сейчас покажу, что мы купили. Так. Первое, что мы купили, то, что сейчас самое актуальное, нужно было поменять зимний комбинезон. Сейчас покажу, какой у нас был старый. Покупали мы тоже его в детском мире. Вот такой у нас был комбинезон. Это моя была большая ошибка. Я взяла на 2, на размер, по-моему, всего лишь больше. Нужно было брать на 2, а то и на 3. В итоге мы его относили всего 2 месяца. И здесь у нас размер 68. Покупала его где-то в конце октября, в начале ноября. Стоил 2500 рублей. Если я буду забывать говорить цены, я их буду писать где-нибудь в уголочке. Так, вот такой у нас был комбинезон. Мне такие нравятся намного больше, с вот таким вот материалом внутри. В том же детском мире есть всякие разные комбинезоны с всяким каким-то непонятным искусственным мехом. Как он неприятный, нам такой дарили комбинезон. У ребенка от него как-то все чешется, она очень сильно потеет, а вот такой материал намного приятнее. Так, сейчас нам 4 месяца, и мы носим 74-й, 80-й примерно размер, а этот на 68, конечно, он нам уже мал. И еще мы носили, когда сильный мороз или просто минус, под вот этот комбинезон сверху на тонкий слипик я и надевала вот такой вот шерстяной костюмчик. Вот это все еще в наличии в детском мире. Костюмчик стоил 1500, очень тепленький. Но я нашла классную замену этому костюму и намного дешевле. Так, и вот это сейчас есть в наличии. Но теперь уже комбинезон по скидке. Он сейчас стоит 1120 рублей. И покажу сейчас комбинезон, который я купила на замену. Он также сейчас на скидке 1120 по карте. 1126, по-моему. Да. Вот, он такой же по материалу, такой же по теплоте, просто другого цвета. И вот этот белый, я его тоже нашла ему более дешевую альтернативу. Вот такой вот вязаный, тоже с шерстью, стоит 526 рублей. Его даже удобнее надевать, чем вот этот вот наш старый костюмчик. Просто раз, надел и все. Но сейчас, допустим, морозы, и вот если ручки будут в тоненьком бодике, это, конечно, холодно. Поэтому сверху мы тоже купили вот такой вот свитерочек, очень красивый, 379 рублей. Это у нас размер 86. Так. Вот эта куртка я взяла на 80, если бы было побольше, я бы взяла побольше, но это уже был самый большой размер. Свитерочек я взяла на 92, пусть будет подлиннее, на вырост, мы его и сейчас уже будем носить, и потом сможем. Я не помню, говорила или нет, нам 4 месяца, размер у нас сейчас 74-80, вот такой вот, поэтому немножко все беру уже на вырост. Как раз под комбинезончик нам до весны, я думаю, должно хватить. Если что, можно подкатить здесь. Так, и еще из верхней одежды вот такую шапочку. Она такая классная, не знаю, видно или нет. Она вся немножко так мерцает, блестит. Не помню, сколько стоила шапочка, постараюсь найти ее на сайте. Мы ее уже надевали, поэтому она без ценника. И цену написать. Очень теплая, мягенькая такая. Ребенку и тепло, и не потеет она в ней. Вот очень хороший материал. Так, без слипиков нам пока что еще не обойтись. Поэтому взяла несколько штук. Размеры все на 80. Тут не соответствует то, что на вешалках написано. Вот такой. Уже не верится, что у меня такой большой ребенок. Так, вот такой с котиками. Они обычные с ножками, костюмчики. И вот этот вообще, он такой мягкий, такой приятный, классный. Но он идет с вот такими ножками. За счет этого, кстати, его можно будет поносить подольше, чем все остальные. Он на 74, но из-за того, что здесь нету вот этих вот пяточек, мы его поносим подольше. Так, и сюда же
взяла несколько ботиков. Ботики вообще очень дешевые. В Детском мире, по-моему, самые дешевые из всех магазинов. Вот этот вот 189 рублей с короткими рукавчиками. 190 вот такой. Так, размеры у нас тут 86-86. Немножко на вырост, но, в принципе, уже ей в них очень даже неплохо. Просто слегка свободно, комфортненько. Так, и вот мне уже давно не хватало каких-то футболочек или маечек. Иногда не хочется надевать что-то вот такое слитное. Хочется уже какую-то другую, более взрослую одежду. И тоже мы набрали несколько вариантов. Вот такая футболочка. Они здесь все с пуговичками. Удобно. Это у нас на 74. Вот нам сейчас как раз впритык, можно сказать, эта футболочка. Сколько там она? 142 рубля. Такая футболочка. Взяли вот такую маечку на 86. Вообще 99 рублей. Отличный вариант. Так, и вот еще я взяла... На 74 вот такая футболочка с бабочками, она еще идет с шортами. Я думаю, что мы, в принципе, это даже и летом поносим, хоть и на 74, но выглядит как-то уж очень на большого ребеночка. Так что должно и сейчас подойти, и на попозже тоже. Так, уже, к сожалению, на этот размер, на такой большой, я не вижу ползунков, штанишек, мы в них ходим дома, поэтому вот... Взяли вот такие лосинки. Они у нас на 92. Пока что будем подкатывать. Тоже будет на вырост. Сколько там они стоили? 200 рублей. Очень такие классные, мягкие, приятные. Почему-то сейчас мне уже очень-очень захотелось взять что-то на лето и на весну. Вот такие вот классные платьишки есть сейчас в Детском мире. Цена вообще очень доступная. Такие симпатичные платьишки. Они уже идут без тут трусиков, просто как для большой девочки. Так, это размер на 86, кстати говоря. Так, и еще мы взяли вот такое платьишко. Тоже на весну, на лето. 86. Вот это немножко подороже, 250 рублей стоило такое платье. Так, это были все наши покупки, которые мы сделали в Детском мире. Цены я проговаривала, которые по детской карте. Так, все, что я показала, есть в наличии в Детском мире. Надеюсь, это видео было полезным. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!